Всех приветствую, канале с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Кедония. Так, в прошлой части мы с вами более-менее уяснили, как нам вообще сражаться, что как добывать, но если понятно, понятно, как нам повысить силу, для того, чтобы нам взять и надеть вот эти вещички. Понимаете, эти вещички просто офигительные, вот. Взять тот же этот отрезающий топор и группу тяжелый нагрудник, который мы украли. Да. 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 Ты чё? Ба! Так, взымаем всё. Так, нам нужно восстановиться. Сырок. Так, и... Все. Раз, два, три. Раз, два, три. Но! Раз. Чё? Раз, два, три. Ну и где мой уровень? Я хочу взять 8 уровень. Я уже хочу сюжет начать. О! Неужели? Неужели? Ребят, идите нафиг, ну... О! Во! Да! Да! А что, мы уровень повысили? Ну все, ребятки. Все, наконец-то начинается сюжет! Все. Нас никто не победит. У нас куча мяса. Мясо, напор, радость. Вот там какая-то жилка есть, но нам пока это не нужно. Будем знать, что оно есть. Сейчас, подождите, я вот хотел вот в это место сгонять. Хранитель леса. Можно ли у него сейчас украсть вещичек? Да, нам все-таки нужно повысить силу. Да. И если туда, куда мы едем, есть что-то? Опа, оп. Ой, блин. Где же этот хранитель? А, вот он, хранитель леса. Подождите, есть у него сундук? У этого ужастика. Сундука у него нет. Так что пойдем нафиг отсюда. А то мы за собой уже целую стаю ведем. Вместе с хранителем леса. Эй, хранитель, оценят меня. Ё-моё. Ё-моё, отстаньте. Медведь еще не отстает. Все. Че там? Какой-то шум был. Ладно, пофиг. У нас наконец-то начался сюжет. Здорово. О, здесь мы бандитов разгромили. Их пока нету. Пока нету. Сундуков здесь никаких не было? Нет. Ну, короче, у нас сейчас куча разных вещей есть, и это даже здорово. Которые мы можем потом... Опа. Не, ага. Неопределенные очки умений. Это у нас сюда. А-а-а. Ну, это у нас что уже есть. Что у нас с свирепостью? Ага. Увеличиваем. Получается... Пассив. Каждый раз, когда вы попадаете по врагу или стреляете из лука, на вас накладывается сумирающий эффект. Увеличу урон на 0,5%. Ага. Ясно. Пойдет. Чего у нас силой-то? Как ее повысить-то? Наверное, как-то можно в тренировках каких-нибудь. Но сила нам нужна. Без нее нам никак. Да, блин.
Начинаем. Сюжетку. Да. О. Эрнест сказал мне, что вы его ассистент. Что-то подобие. Он знает меня с самого детства. Они с отцом были хорошими друзьями. Так, с чем ты ему помогаешь? Я в основном забочусь о нем, но он сейчас занимается не исследованиями. Понятно. Так, ты что, ты не веришь моей истории? Я не знаю, да мне и все равно. Почему ты так беспокоишься об этих видениях? Ну, я никогда не знал своих родителей или откуда я появился на свет. Я извиняюсь, чего? Ты что, просто появился однажды на пороге какого-то крестьянина? На самом деле, да, примерно так. О боги, серьезно? Ладно, продолжай. Я просто чувствую, что эти руны и видения как-то связаны с правдой о моих родителях. Так сложно в это поверить? Эх, немного да. Ты никогда не покидал свою деревню? Нет, только ездил в Стипорт пару раз. Вау, рада, что придется нянчиться с тобою, в дополнение к остальным моим заботам. Эй, я быстро учусь. Ты будешь впечатлена. Я обещаю. Посмотрим. Давай. Эта девчонка мне уже нравится. Ну так, ты всегда такая хмурая или как? Эй, ты так говоришь, как будто я какая-то злобная ведьма. О нет, я ничего такого не говорю. Просто смотрю на тебя с благоговением и чуточку... Ха-ха, вот именно. И не с чуткой. Почему диалоги такие быстрые? Знаешь, я в детстве меня пугала белка в лесу. Я бежал с криком до самой деревни и сказал дяде, что встретил монстра. Он так сильно смеялся, что у него заболел живот. А, здесь хотя бы не так быстро. Тогда я пообещал себе, что больше ничего не буду бояться. Посмотри-ка, капитан Сверхголовка, все риски твои. Это так, к слову. Просто слова, вот именно. Ничего плохого в том, чтобы бояться чего-то время от времени. Теперь давай спать. Оставим все опасности на завтра, хорошо? Блин. Спокойной ночи. Вот это диалоги, блин. Я что-то слышала. Кто-то приближается. О. Лучше положить лук, красотка. И вообще, что сильно тебе не навредим. Сначала запущу стрелу тебе между глаз, отребье. Ты будешь жалеть об этих словах, когда мы с тобой закончим. Ты ее не тронешь, вали отсюда, пока еще можешь. Смотри-ка, у кого есть голос, а ты крутой, да? Я сейчас штаны наделаю. Ну все, тебе хана. Че? Ребят, опустите меня. Спасибо, это ублюдок подкрался ко мне. Я, вроде, все было под контролем. Естественно, убираемся отсюда. Да. Ребят, вы чё? Давай! Ой, блин. Я не понимать это. Что творится? Что происходит? Я вообще... Все. Еще раз поможем. Раз. Ладно, не будем сражаться с этими бандитами. Я вообще не понимаю, что вообще происходит. Что за баги в игре? Угу. Мы еще слишком слабы перед этими бандитами. Слишком, наверное, высокий уровень. Блин! Да вы серьезно? Вообще мы где?
О-о-о! Куча заданий вокруг. Я даже не знаю, как повысить там силу. О, старая дорога открыта. Спасибо, блин. Что у нас тут? Эй, Бреннер, хочешь пару монет? А что ты говоришь? Дайте 150 монет за очень простое дело. Какое дело? Я один стражник в лагере воинов. Мне нужно, чтобы ты выманил его и заставил прийти сюда. Ты убийца? Лучше заказ орады, я отрежу тебе язык. Попробуй. Три! Да блин! Давай! Да блин! Да блин! Да. Давай. Ну. Давай. Ё-моё. Сейчас. Хопа, сейчас будет магия. Короче, я решил его пока не трогать. Уже дважды его побил. Пока не смог ни с чем выкуситься. Ладно. Опа, это стражник какой-то, да? Ладно, давайте-ка мы пойдем поближе к городу. Это стражник. Нам не все. Ага. Давайте задание возьмем. Ё-моё. Опа, коровку что ли убили? Так, крестьянка. Что тебе нужно? Что случилось с коровой? Кто-то убил ее. Я проснулась с утра и обнаружил, что... Тело лежит тут. Очередная корова мертва. Это случалось раньше? Да, что-то... Или кто-то убивает коров уже несколько недель. Мы пытались поймать его, но бесполезно. Кто-то может быть, как ты думаешь? Хотела бы знать. Возможно, какое-то животное. Странно, что мясо не тронуто, только сердце отсутствует. Попадают только сердца? Да, цена не тронута. Единственный плюс, мы хотя бы можем съесть остальное. До свидания. Хорошо. Опа. Тут очень странная концентрация темных сил. Кто-то определенно использовал мощные темные заклинания не так давно. Запомните. Так, у нас интеллекта не хватает, да? Что у нас тут? Вы видите капли крови, они ведут вас на юго-запад в лес. Так, получается. Худы-то туды. Опа. Опа. Раз, два, три. Два, три. Раз, два. Ой, блин. Ой, блин. Ну так, короче, я сдох и снова туда не полезу. Получается, это 12 уровень. У нас вообще просто какого-то навыка нет. Они кого-то еще свирепее, блин. Давайте-ка. Что у нас тут? Hello. Приветствую. Что тут происходит? Этот молодой маг решил заняться благородным делом. Он хочет защитить Стеф от набегов орков, однако он планирует использовать странный магический артефакт для этого. Он планирует поставить его прямо здесь, в центре деревни. Вы не одобряете это? Нет. Многие обеспокоены подобно здесь. Нам не нужны магические эксперименты в нашем тихом городе. Мы сами сможем себя защитить. Может, я смогу поговорить с ним? Можно попробовать. У меня не получилось с ним договориться. Я знаю, что он носит ингредиенты для ритуала с собой, так что можно отобрать их силы, если потребуется. Кто ты? Меня зовут Николас. Я старейшина этого сообщества. А это молодым... Поэтому вы отобрайте это мне уже идти. Хорошо. Не отвлекай меня, видишь, я занят. Ты кто? Меня зовут Джалин, я выпускник магической академии. Лучший в классе, между прочим. Что ты пытаешься сделать? Этому городу нужна защита от орков. И в ходе моих исследований у меня появилась
получилось провести астральный кристалл, который будет отпугивать орков в радиусе несколько миль. Старейший Николас не хочет, чтобы ты ставил кристалл тут. Он думает, это небезопасно. Я пытался его образумить, но он просто узкомыслящий старик, который боится магии. Он не понимает, какую пользу это принесет городу. Может, я могу уладить это дело? Может, поводить. Попрашивать людей вокруг. Может быть, найдется кто-то разумнее его. Я подожду. Разве Академия разрешала подобное? Нет, я проверял заклинание несколько раз. Все должно быть безопасно. Ага. Хорошо. How's it going? Чувак, помощь. Что ты думаешь насчет мага и кристалла в центре деревни? Я думаю, он знает, что делает. К тому же, набеги орков — это серьезная проблема. Take a look at my selection. You won't be disappointed. Ты у нас мечник. Я хочу вот это надеть. Но я не могу. Где купить силу? Поспрашивайте жителей вокруг. Вот они. Ой, блин, сколько раз спрашивают. Hello. Что ты думаешь о магии и магическом кристалле? Мне это не нужно. Ненавижу магию. Пока. Так. Сейчас-ка, быстренько. Ребят, привет. Привет, мадам. Hello. Что ты думаешь насчет мага и кристалла в центре города? Мне не особо интересно, но не думаю, что это кому-то нужно. Пока. Блин. О! Щит стражника! Так, у меня одноручное оружие. О, короткий бронзовый меч хотя бы. А, стоп. О! Стоп. Да, блин. Как выкинуть-то? Ну, там нормально. Так, инвентарь получается так. Это все хорошо, конечно. Вот, меч. Мощность. Это хорошо, конечно, но я хочу это убрать. Нормально. Я, конечно, всех поспрашивал, наверное. Убийца коров, убийца орков. Это понятное дело, короче. Так. Нормалек. О! Это хорошо. А, блин, нет. Это нехорошо. Почему здесь задания такие трудные? Скажите мне, почему? Разберитесь с уликами, поговорите с... Так, уговорите мага. А, я уже поговорил с Янами, да? Ah, you smell awful. Обаяние три. Hello. Look at all that mud on your boots. Пока, пока. Щит. У меня щит здесь лучше. Здесь босс брони. 15 урона. Скорость обычно плюс 2 шанса критического урона. У меня вообще все замечательно. Так, нужно вообще исследовать карту. Ага. Пока у нас с картой все хорошо. Так. Коняшка. Побежали. Мне вообще нужно понять, куда идти, зачем идти. Вы рядом с такими животными. Это вообще какой-то динозавр. Осы. Так. Какое-то пламя. А. О. Вообще офигенно. А можно себя возвысить? Вот, здесь какие-то... Здесь маги? Ладно. Yes. Приветствую. Не, про это вообще можно забыть. 45 уровень, вы о чем?
45 уровень. Убийца коров, там задание, все такое. Разберитесь с уликами, поговорите с фермершей. Ну я понял. Опа. Поисследуем пока местность. О, что у нас тут? 8 уровень. О. Мы активировали. Так. Быстренько сохраняемся. Я тебя буду сохраняться уже на каждый раз. Чтобы этого... Ну иди сюда. Ай, блин. Тебе понятно, что с ними связываться вообще не стоит. Ладно. У нас сейчас 9 уровень. Попробуем поисследовать еще что-нибудь. Понятно. Уговорите мага, все такое. О! Есть хотя бы что-то обычное. Че тут? Чем могу помочь? Привет, ты кто? Я Гарлин, забитый охотник, который путешествовал по всей Гедонии и охотился на любых экзотических зверей. Что ты тут делаешь? Я охочусь за одним редким оленем, которого зовут Эруверос. Я искал его по всем землям вокруг, однако у меня небольшая проблема. Зачем он тебе нужен? Его рога имеют волшебные лечащие свойства. Они стоят целое состояние. Что если я поймаю его? Ага, можешь попробовать. Если ты неопытный охотник, то вряд ли найдешь его. Что я должен делать? Найди следы в лесу вокруг, поставь ловушку в правильном месте, спрячься и жди. Это твой единственный шанс. Пока. Ой, блин. Почему все такая жопа происходит? Ладно, давайте поисследуем еще что-нибудь. Опа, опа, опа. А, да. Задание с оленем. Нафиг. Нафиг. Что это? Что это было? Не пугайте меня. Так, это что у нас? Это обычные стражники. Они никого не беспокоят. А вот это у нас вообще отличное. Извините, ребятки. Ну, хотя бы воровать можно. Чё у нас тут? Щит можно продать. Голубой меч мне не нужен. У меня есть получше. Ё-моё. Я, конечно, все понимаю. Нам нужно уже продавать вещи. О, там вообще такой торнадо. Так, поисследуем карту. Ого, как я уже исследовал. Нам вообще нужен 10 уровень, так что попытаемся что-нибудь сделать. Что вообще происходит? Ну там лагерь бандитов, там получается два лучника и один этот. Ладно, попытаемся еще раз. Сохраняемся и... Что происходит? Так. Раз, два. Давай. Да, меня сейчас убьют.
Да, не стоит с ними связываться. Иди нафиг. Вообще иди нафиг. Пошел отсюда. О, все. Вот он не бежит. Ребят, вы отстаньте от меня. Вообще не бегайте за мной. Никто. Ненавижу пчел. Ненавижу. О! А, я думал, вообще это город. Похоже, это руина. Стоп, стоп, стоп. Так. Так. О, хотя бы где-то я могу бить. Могу драться. Ничего нет, да? Ну хорошо. Так. Опа. Че, он упал, что ли? Нет. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Раз, два, три. Скелеты. Какие-то они дурацкие. Чё у нас тут? Кость. Косточки. Здорово. Я сейчас тебя прибью. Два, три. Раз, два, три. Ну, хоть с каким-то соперником я могу соперничать. Два, три. Раз. Чего все попадали-то вниз? Сейчас давайте-ка я. Раз, два, три. О, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Два, три. Все. Фу, блин. Там еще нет, да? Все нормально. Там еще нет орк, но он мне не нужен. Так, там что, да? Вообще нам нужно поесть. Мясо. Пусть останавливается. Мы убежим. Хопа. Хопа. Раз, два, три. Опа. Ребята, сейчас подождите. Пусть останавливается, так. А, выносливости мало. Но здесь я хотя бы побеждаю. Что же гораздо круче, чем не победа. Раз, два. Три. Опа. Так, 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 так. Раз, два. Ой, блин. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Не-не-не. Это так? Давай, 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 давай. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Сдох. Фу. О, у меня репутация даже растет от этого. Нифига себе. А что у меня еще есть? А, магическая мощь у меня логична, что он минимальный. А как мне силу-то повысить, нужно поискать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Ну что ж, я его разгромил. Так, посмотрим теперь, что у нас там... За... Нет входа. Еще нужно разобраться, как там убрать вот это вторичное оружие. Так, у нас есть щит и меч, который мы использовали. Ух ты, сундучок. Опа. А, можно поникнуть внутрь. Требуется уровень 10. Ну ладно. Так, какой? Сюда. Нет. Да блин, вот. Получается, пассив каждая атака или выстрел имеет 30% шанс наложить сумеющий эффект. Угу. Защитная стойка, зачаровать оружие. Так. Ну мы пока пойдем по пути свирепости. А, еще защита. Нам нужна защита. И антимагия. Накладывает зачарование на щит, позволяющий отражать магический урон. О, спасибо. Ага, спасибо. Так, ну все, нужен уровень 10. Фу, блин. Может, еще одного гномика убить? Иди сюда. Иди сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну ты вообще. Еще не сдох, да? Все. Охский суп. Офигенно. Так. У нас уже что исследование? Ага. Руины. Вообще... Великая охота. Ну это хорошо, но мы пойдем вот туда. Да? Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Кролики есть. Ой, блин, что пугаете-то? Так. Сохранимся. Сохранимся. Посмотрим-ка, что у нас за это за люди. А. Два. Два. Раз. Два. Ой, блин. Да. Так, лук рейджер и шок. А у него что? Тоже лук. Что у нас там с инвентарем-то? Пока что... А. А, у нас много чего можно поместить. Блин. У нас только один. О. А если... О! Замечательно. Вот так, походим. Что у нас тут есть? Мяса у нас нет. Фух. Бандит, сейчас, подождите, сохранимся. Возвращаемся. Опа, опа, опа.
Так, раз, два, три. Два, три. Раз, два, три. Опа. Ай, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Ну вот и давай, отравитель. Раз, два, три. Раз, два, три. Сражаюсь, блин, как могу. Придумываю тактики в этой игре вагованной. Не-не-не. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. О. А теперь убегаем. Люба, Люба, Люба. Так, что у нас там вообще? Требует вот это вот всего. Требует, требует. Ну, блин, откуда это взять? Я не знаю. Нам нужна лошадь для этого. Какой есть сегодня пункт у нас? Ага. Побежали быстрее, как можем. Тык-тык-тык-тык-тык. Можем Чопсова прихватить, если надо. На кого-нибудь провоцировать. Тоже хорошая себе тактика. Исследуем. О, 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 мы достигли 10 уровня. Здорово, кабанчик. Вообще отстань от меня. Степи Маноса. Ой, блин. Нападение орков на лагерь. Хорошо, сейчас. О, там еще не бежит. А, у нас стрел нету. Два, три. Я вам помог, ребят. Вот так вот. Я вам починил. Вы не против, надеюсь? Опа, еще. Два, три. Раз, два, три. Сейчас, ребятки, я вам починю. Орки все бегут, да бегут. Чиним управление. Опа, опа, еще, да? Еще. Здесь нет. Еще. Да. Два, три. Ребята. Раз, два, три. Ладно, ребят, я за... Блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два,
ты? Да блин, я же вроде все починил. А. Так. Ой, блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ай, блин. Я сейчас смогу тебя убить, да? Три. Все, побежден. Раз, два. Так. Я уже все съел. Ай, блин. Ай, блин. Ребята, ребята, сражаемся. Не. Два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, все. Все, победили? I'll do my best to keep this town safe. Вообще офигенно. Ладно. На этом мы закончим. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.